Мы на месте. Мы приветствуем Оксану, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свой биополе на период сеанса. Она кивает. Хорошо, что на ней? У нее в руке небольшой белый платок, она его за угол держит. Откуда у вас этот платок, Оксана? Говорит, кто-то дал. А кто, не знаете? Хорошо, этот как платок... слезы вытирать на лицо. Так и есть, платок. Да, так и есть. Отправляю, вывожу этот платок, и он летит в клетку, тюрьму. Еще что-нибудь есть? Нет. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Оксаны, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Оксаны, находит все. Она чистая, но рядом с этим платком какой-то как силуэт, он плохо выражен. Снимается маски и голограммы, силуэт предстает согласно своему эфирному коду ДНК, выстраивая прямой канал от этого силуэта ответственным и притягиваю в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьмы, мой заложник. Но здесь выстроился к платку канал. Да. Не как Саня, платку здесь инкуб. Инкуб. Я его чувствовал сегодня на фотографии. Хорошо, инкуб. Мы с тобой встречались. Он тебя обсматривает. Посмотри на меня внимательно. Был ты в этой комнате уже? Не был. Вообще не понял, где он. Хорошо, ты находишься в комнате диагностики очень высоко, рядом с потоком абсолюта. Здесь все серьезно. Поэтому я спрашиваю, как долго ты находишься в этом биополе, по какой причине ты пришел? Пришел он к ней. Пришел он во сне. Во сне, да? Кем ты предстал? Сам он не пришел. Он подкинул ей платок. Совсем недавно это было, около 3 недель. 21 день идет. А почему этот платок смог войти в ее биополе? Квартиру мы чистили. Ты не в квартире это делала? Она плакала во сне, он дал ей платок. Она во сне плакала? Как она могла избежать твоей подключки? Не принимать почему? Ничего ни от кого. Это очень важные слова, которые ты сказал. Я повторю их вслух. Если вам во сне что-то передают, никогда ничего не берите. Никогда. Хорошо, инкуб. 3 недели, я все понял. Ты что-то еще осталось в биополе, кроме этого платка, на твоей чистоте? Нет, он не мог пока зайти к ней. Почему? Порталов нет рядом. Это потому что все в доме закрыто. А платок этот, он ей как тревогу дает, тревогу, страх. Она постоянно думает, мысли какие-то у нее тревожные. Ну, это такая фишка. Сомнение. Такая фишка у этого инкуба. Сомнение и страх. Так и есть, это низкая чистота. Хорошо, здесь надо контролировать свое эмоциональное состояние полностью. Всегда находиться в своей середине, понимать, что бояться, в принципе, вообще нечего. И что эти мысли идут вообще не от нее. Сделаем реверс, даю команду тонкой копии Оксаны спроецировать энергетические сферические каналы к инкубу и его платку и произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Оксане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки 50 раз. Но у нее один канал, он к платку пока идет. Потому что хорошо. От платка к инкубу канал. И здесь... идет неуверенность. Эта неуверенность сейчас возвращается. И эта неуверенность давала ей тревогу. Причина установлена. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Оксана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Оксана себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Спокойствие. Готово? У инкуба больше ничего не осталось, как он сказал. Даю команду на рассинхронизацию Оксаны с платком и инкуба. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Есть. Включаем внутренний белый свет Оксане. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкооперационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку, и этот платок инкуба уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Инкуб. Первое и последнее предупреждение. Первый раз я отпускаю, второй раз наказываю, третий раз уничтожаю. Поэтому найди себе новое место обитания, больше не приходи в это биополе. Все понятно? Да, понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба, и он уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй.
Готово. И посмотри, сколько энергии нужно Оксане, какая частота вибрации. 380 и 25. На счетри макушку головы Оксаны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Оксана, как вы себя чувствуете сейчас? Радостно, спокойно, гармонично. Запомните еще раз то, что я сказал. Во сне никогда ни от кого не берите ничего. Вы не понимаете, с кем вы имеете дело. Кроме того, во сне никогда не передаются от ваших светлых кураторов и так далее ничего, никаких артефактов. Никогда не берите ничего. Все артефакты – это всегда ловушка. Да, чтобы... но не всегда можно сон контролировать. Если вы научитесь себя этой фразе, которую я по 100 раз повторяю в каждом сеансе, снимаются маски и голограммы, фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Это вы увидели рядом с платком вот этого инкуба, который не совсем красив, как вы себе представляете. Это демоническая сущность, и вот вы бы увидели себя, вернее, его рядом с вами. И этот платок. Это трудно, конечно, не зная всей техники, эту команду себе давать во сне, и тем более вспомнить ее. Вот, но это все проверяется. Слабое место у них, это у нас, это когда они во сне приходят. Потому что во сне мы часто летаем в других мирах, и тех, кто к нам приходит, мы можем проверить посредством команды. И эту команду я вам озвучил. Хорошо, Оксана, оставайтесь чистой. Будем возвращать Оксану назад в ее систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Оксаны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.